Жители Химок продолжают избавляться от главного атрибута прошедших праздников – елок. Власти Химок предложили не спешить выкидывать деревья на ближайшую помойку, а подарить им вторую жизнь. Уже не первый год городской округ Химки принимает участие в акции «Подари своей елке вторую жизнь». После того, как жители сдают свои елки на переработку, весь переработанный материал превращается в щепку и идет либо на удобрение для других растений, либо на изготовление фанеры для детских площадок. Также древесный материал будет использоваться в качестве удобрений для высадки новых деревьев в рамках ежегодной акции «Наш лес, посади свое дерево». Помимо практической пользы, одна из задач организаторов – привить горожанам культуру цивилизованного обращения с отходами. Супруги Софиулины решили с уважением отнестись к елке, которая украшала их дом, и привезли ее в один из пунктов сбора. Решили, что наши елочки будут лучше, чтобы она была переработана во вторичное какое-либо сырье. Пусть это будет, может быть, даже детский стульчик, детский там столик, входная дверка. Да. А вот на пусть она принесет пользу. Насколько полезна такая акция? Ну, я думаю, что это очень необходимо в наше время, потому что очень много мусора и так вокруг. Пусть елка принесет пользу. В этом году специальными контейнерами в Химках оборудовали три площадки – на проспекте Мира у стадиона «Родина», на улице Машенцева, 9, и на улице Новой, около дома 1, в микрорайоне Сходня. Всего по Московской области предусмотрено более 300 точек сбора хвойных деревьев. Завершится акция 15 февраля.